said you didn't receive. You said Mike, you didn't will need. That girl is a real proud piece. Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами Apple32, и да, сегодня мы с вами продолжаем Red Hell Neighbor 2. И я, как вы могли подумать, не сделал еще то, чего так давно планировал, а планировал я еще вчера сделать видео с полным, правильным прохождением Hello Neighbor Alpha 2, Alpha... Ой, блядь, что несу? Hello Neighbor 2 Alpha 1. И да, сегодня мы с вами это сделаем. Потому что, как вы могли заметить, так, подожди, сейчас отлагается игра, то он так любит с самого начала, я ж новую игру начал. Потому что, как вы могли заметить, в моем основном прохождении этой игры, я тупо бегал, что-то там делал, в итоге мне повезло в основном, то есть, типа, дверь была не заперта, где лежал лом, во-вторых, я, типа, вообще никак не мешал ему носить мусор, но при этом почему-то он в итоге его не доносил, и поэтому, как бы, остыл ключик, и я, в смысле, его смог взять. То есть, да, то есть, по сути, мне просто повезло в первом прохождении, типа, а сегодня мы с вами уже будем, то есть, полностью правильно проходить эту игру. И после этого видео я не знаю, буду ли что снимать по Hello Neighbor 2 Alpha 1, потому что, ну, больше у меня, как бы, идей нету. Куда? Куда собака сутулая? Да возьми ты. Возьми, хватит. Нет, он сейчас донесет. Беги быстрее. Ну, да. Да, фирменный пиздуй в джунгли. Как я его ненавижу. Не дать ему донести мусор. Выкинуть весь мусор надо. Мусор. Все выкинуть, хрена в собачьем. На улицу. Прекрасно. Все, мусора нет. Нехер тебя больше носить. Сейчас вот вообще с его двора весь мусор повыкидываю, лишь бы остыла эта фигня. Ха-ха, че, мусора нет, да? Мусора нет, ха-ха. Ай, блин, вышло. Мышка, не выходи. Зато мусора нету. Ты алкаш. Это великая борьба ворона против мусорного, блядь. Пакета, нахуй. Чё, да? Пакет победил, как я понял. Не смей брать. Мусор это плохо, ясно? Не думай брать мусор. Споткнись. Ебать ты лошпед. Ладно, все. И до свидания в машине. Ты дебилушка? Чел, а нельзя было просто вот так вот, вот просто сразу меня выкинуть, нет? Тренк, ты как бомж валяешься, ладно. Все, чувак, ты меня заманал, я пошел. До свидания. Действительно, ты меня уже заманал. Давай, пошли. Оба. Нет, подожди, пройди. Да пройди ты, блин. Бум, сюда беги. Сколько там осталось? Так, уже не дать ему донести мусор. Ты. Давай, иди сюда, я тебя жду. Так. Нужно не дать ему. Мусор пошел вон. Давай, лови меня. Только не смей мусорить. Ах ты. Вау. Он сейчас может мусор, короче, закинуть. Это будет очень плохо. Беги быстрее, сука. Да куда ты прыгаешь? Прыгни нормально. Да ты заманал. Ты можешь нормально запрыгнуть. Смотри, вот так. Прыг. Все, в чем проблема? В чем твоя проблема, дядя? Он поджег мусор. Сука ты пернатая. Не хочу я в этот дом. Мне в твой надо.
Ты, сука, пернатый. Так, я понял, мне нужно тебе, короче, весь мусор вынести. До свидания, все, больше не увидишь свой драгоценный мусор. До свидания, все, все. Видишь, мусора больше нет, все. Видишь, как в жизни получается. Вроде, вот был мусор, а теперь его нет. Все, мусора нету. Давай даже вот по окрестности пробежимся, чтобы вообще у него мусора не было в итоге, чтобы он ничего не смог это самое поджечь. И потом еще с дома у него достанем мусор. Вот вообще, чтобы мусора прям вообще не было. Здорово. Ай, блядь. Не смей брать мусор, не смей брать мусор, не смей брать мусор. Да хватит мне своей пиздой в джунгли делать, ты заманал уже, ты! Я тебе сказал лежать! Я тебе не дам! Я тебе не дам! Взять мусор! Ты! Ты! Да иди ты вон! Ты достал! Хватит иди к этому мусору, я тебе еще под ноги его кину, ты заманал. Так, все, слушай, ты меня заманал. Ты ко мне бежишь? Нати! Вот, учись манерам, ублюдок. Выкини меня. Лошпед. Такой алкаш. Слушай, Ворон, ты что, перепил немного, я не понимаю. Походу перепил. Возьмешь ты мусор. Хватит, блин, сойти мусор и подбирать. Заманал уже, бомж долбанный. Бомжара, хватит тут, блин, мусор этот собирать. Что ты как реально бомж? Лежать. 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 Ебать, такой лукаш просто. Так, фирменная пиздуй в джунглей, только, пожалуйста, ничего не возьми, пожалуйста, ничего не возьми. Ничего не взял. Ты где вообще? Ах ты козлина, ах ты конина. Не смей ничего брать, ясно? Ублюдок. Ублюдок, мать твою. Где эта мусорка? О, нет, только не говори, что он пошел на второй этаж. Не говори только, что он пошел на второй этаж. Да вот такой пиздец. Ладно, так. Пошли быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Так. Да быстрее сюда! Ждем, пока там все остынет. И мы тогда возьмем ключик. А дальше уже все легко, в принципе, будет. Нет! Не думай! Не думай мусор свой закидывать, ясно, ублюдок? Ясно ты? Ублюдок! Дай мне взять мусор! Дай мне взять мусор! Дай мне взять мусор, сука! Вот это вот... Нет! 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 Да нет! Да нет! Ну все, мы опять проебали момент. Ну что это такое? Не думай взять, мать твою... мусор и закинуть его туда, ясно? Ты... Я могу взять ключик, я могу взять ключик. Я могу взять ключик. Так, подожди. Все, я сохранился, ребят, все. Отлично, первое сделано. Дальше все, в принципе, более-менее просто. Погоди, сейчас достану. Мышка, блин. Хватит выходить. Все, отлично. Так, подожди. Да ну же. Да ну же, ну... Давай! Да ты что такой макака-то, а? Все, аллилуйя. Все, замок первый это самое. Дальше это самое. Не так все прям сложно. Блять. Ты дебил? Так, слушай, алкаш, вперед! Пец, вот ты, конечно, алкашня просто.
Да, фирменная пиздуй в джунгли, а теперь время упасть. Уап. Не понял, подожди, не понял. Ты чё? Я сказал упасть, я сказал. Да ну тебя. Где, короче, ключик? Это что за фигня? Вот эта вот фигня, помнишь, была там где-то, когда мы еще просто проходили? Короче, по мне, это что, стрелять, я не понимаю. Что это за херня вообще? Что-то красное. По мне стреляет эта вот дудка. И я должен ее ломать. Возьми мусор. Так, иди вон. Иди вон, пожалуйста. Уйди вон. Еще раз меня схватишь, я тебе обалде дам, честное слово. Да ты застал. Иди вон со своими, блядь. Хваталками. Ладно, все, хватит. Это самое нужно сейчас. Нормально так присесть сюда. Ну, дядь, уходи. Ну все же. Так, ладно, фиг твой. Значит, берем вот это вот. Пошли вон со своими пострелушками. Так. Иди сюда. Иди вон. Иди вон, иди вон, иди вон. Так, оставить. Возьми камеру. Нет, оставь камеру. Блять, ты такой тупой, конечно. Где? Да нет! Оставь. Я понял, я ему, короче, под ноги кидаю, он то самое, блядь. Подожди, где? Куда пуль делся? Куда пуль делся, ты? Шмароёбина, клювастая. Куда ты дел? Планшет, мразь. Лежать. Где планшет? Ладно, тихо, я его потом найду. Мне главное камеру установить. Главное просто камеру установить. Остальное уже это самое. Потом будет. Да бегом, запрыгни. Да что ж ты такой... Прыгай. А тут открыто. Подожди, так тут открыто, блин. Серьезно? Не, подожди. Подожди. Я собираюсь пройти по-честному, правильно? То есть мы должны проходить по-честному. Куда дел камеру? Вот на камеру. Мы должны проходить по-честному. А то, что мы сейчас бы взяли, это, в смысле, было бы не по-честному, потому что там дверь открыта. По идее, должна быть закрыта, и мы должны ввести код. Так что, ни хрена, это пока что будет нечестно. Иди вон, дай мне свою камеру. Дай мне мою камеру, ублюдок. Хватит, блин. Об мусор, споткнись. Слушай, тебе по приколу, блин, мне сейчас... Так, ребят, короче, я загрузил по новой сохранение, потому что этот упырь, он мне просто не даст пройти. Ну реально, он там просто вот стоит. Погодите, это Steam. Вот он там просто стоит. И, в смысле, в чем прикол? Вот в чем прикол? Он стоит, мне просто не мешает пройти. Вернее, просто мешает пройти. Ну это же реально, ну это же бред, я же как пройду, если он мне мешает пройти. Не дает мне вообще пройти. Так, подожди, запрыгни. Вот. Установить камеру. Выпрыгнуть. Беги отсюда. Угу. Подожди, а там замок скрыт. Замок скрыт. Прекрасно. Теперь. Ждем, пока он будет набирать пароль. Обосранный король. Дядь, ты где там? Я как бы жду. Подожди, только сейчас заметил, это что там такое? Вот это вот. Ладно, дядь, харе там уже, давай, иди делай вещи. На тебе мусор. Подожди, я могу?
О, я мог. Прекрасное укрытие. Давай, дядя, делай вещи, иди. Ну. Так, я понял, нужно его натолкнуть туда пойти. Как-то. Вообще, где стоит, блин? Ты где там стоишь, дядя? На звоночек могу нажать? Не могу, к сожалению. Ты где там? Дядя, ты где там окочурился? Где там окочурился, блин? Ты достал уже, подожди. Сейчас сделаем-то по-простому. Как врубить эту херотень? Прекрасно. Сейчас сюда. О-о-о, начало. Ну. Ну. Он не идет. Ты где, дядя? Дядь, ты где там окочурился? У тебя как бы чайник там это самое. Иди. Спасай его. Спасай чайник. Или что это такое? Так, Квентин, перестань. У тебя опять, блин, горячка началась уже. Где ты там, блядь? Идиота, кусок. Ганди Бобер, ты где? Ты, блядь, серьезно сейчас? До свидания. Беги. Нет, беги, беги! Планшет, бери планшет. Забери планшет быстрее, быстрее, быстрее. Забери планшет. В мусорку срочно. Все, замечательно. Дядя, может, ты чайник снимешь? Ты дебил, дядя. Нет, реально, походу, дебил. Возьми. Все, чайник уже. А, хрен с тобой, все равно ты его не заберешь, блин. А, то есть теперь ты прибежал, да? А, то есть теперь, когда я уже чайник взял, ты прибежал, да? Ну, прекрасно, молодец, хороший хозяин дома. Угу. Чё ты, иди, 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 этот пароль свой вводи, иди, иди. Слушай, я тебя так смущаю, давай я уйду, давай уйду, давай сюда уйду. Все, все, дело решено. Кстати, да, чайник свой, пожалуйста, бери. Ну иди ты, блядь, свой пароль этот набирай. Это ты там? Дядя, иди вводи пароль. Ты заманал. Иди просто вводи пароль. Я в машине, так сойдет? Все, видишь, я в машине. Я в машине, видишь? Че, так вот там бычишь вечно, не понимаю. Я понял, тебя нужно в дом загнать. О, и вправду. Не туда ты пошел, нужно наверх идти. Ну. Короче, ребят, что-то долго тут сижу. Я, наверное, сейчас скоро уже не выдержу и посмотрю в интернете, где, в смысле, это самое, в ютубчике посмотрю, где это самое, какой пароль там. Потому что, ну, реально, он не идет. Где вообще дядя? Охуенно, то есть я тебя там жду, да, жду, пока ты пароль ведешь, а ты там стоишь, да?
Дебил, иди на второй этаж. Ты идиот или куда-то? Чё, бензина что ли под ноги дать? Ты где там? Ты достал уже. Ты достал уже в натуре. Иди, иди на второй этаж. Слушай, дай ну тебя, а? Не, ребят, я получил. Ушел он. Он на второй этаж вообще ни в какую не идет. Ну что-то на кого-то стоит, бычит на кого-то, не знаю, своего, на свою вторую личность, наверное, там бычит, блядь. И все, это все, что он делает пока что. Я реально, меня еще бомбанет, и я посмотрю просто это самое. Потому что он вот нереально, он не идет ни в какую. О, неужели сейчас подойдет? Неужели сейчас подойдет? Я прям не верю. Давай, давай. Может, он был специально этому второй этаж забраться, чтобы он это самое. Ну-ка. Где ты там? О-о-о. Кстати, создатели игры, подождите, а как? Подождите, я что-то не понял. Вот он планшет, блядь, обосрался уже. Возьми планшет. Где он там, Ганди Бобер? Слушай, дядя, ты меня заманал уже, ты где там? Ты можешь пароль ввести? Че, неужели что ли сам очнулся? Дядя, ты достал? Ты где? Да не ко мне ты иди, а иди ты пароль вводи. А, блин, долбаная мышка, ты достал уже. Капец просто. Слушай, я сейчас походу это самое, я походу сейчас в Ютубе просто найду. Я раньше просто в Ютубе найду, я тебе говорю. Я сейчас вообще не шучу, я сейчас пойду и в Ютубе просто найду. Где? Тут его нету. Он вообще. Сай, давай. А, давай это попробуем ввести код такой. 4. 7. 8. 5. Серьезно? Слушай, а это на самом деле было очень бы хорошей по это пасхалкой на преальфу Hello Neighbor обычно. Прям вообще пиздатая пасхалка была бы. Ну все, ну давай, нажимай, нажимай, ну! Нажимай на пароль! Да хоры бычить на дверь, нажимай! Ты достал, нажимай на чертов пароль! На кого ты вечно там бычишь? На свою вторую личность, я не понимаю. Не, ребят, пусть это видео и с правильным прохождением игры, но он меня реально задолбает сейчас. Я просто пойду и посмотрю в Ютубе этот пароль. Надеюсь, что он тут не меняется. Он его не набирает, он просто стоит и все, он бычит на кого-то, смотри, он на кого-то бычит, на кого ты бычишь, дебил? Тут никого нет, ты один в этом доме, ну, и, кроме меня. Так, я, короче, пойду в Ютубе еще посмотрю. Так, ребят, короче, я узнал, это 3841, только сейчас его нужно оттуда отвлечь нахрен, то стоит же, на кого-то бычит, я не знаю, на кого он бычит вечно, он... На своего какого-то невидимого друга, что ли, бычит, я не понимаю. 3841, 3841, беги быстрее, беги быстрее, беги быстрее. Да нет. Нет. Быстрее залази, я сказал. Быстрее запрыгивай. Ага, ага, молодец, так. 3841, 3841, 3841. Так, подожди. 3.
8, 4, 1. Да, правильно. Все, зашибись. Теперь мы идем вот сюда и выковыриваем все эти доски. Все. И на этом все, мы заканчиваем прохождение. Так, первая есть, теперь вторая. Да куда ты? Дебил, просто дебил. Да запрыгни ты на шкаф. Только что ж прекрасно запрыгивал. Не будь алкашом, пожалуйста. Ты где там? Дядь, ты больной? Мышка. Так, отлично. Теперь нам нужно вот туда вот запрыгнуть. А как туда запрыгнуть? А как нам запрыгнуть, я понятия не имею. Нужно будет сейчас как-то это самое. Так, дальше нам нужно. А так, ну это я, скорее всего, сделаю за кадром, короче. Так, все, ребят, мы с вами залезли. Кстати, очень легко, в отличие от первого раза. И все. Так, давайте сейчас возьмем. Все, ребят, да, та-дам. Мы с вами полностью, так сказать, подожди, нет, пока еще не полностью. Пройди. Здорово, Петр, хе-хе, я полностью правильно прошел Hello Neighbor 2 Alpha 1. Ты рад за меня, да? Ты рад за меня? Держи свой костюм конина, держи свою коробку конина. Вот так вот. В общем, да, ребят, мы с вами прошли. Так, подожди. Пройди. Все, я win. Я победил, да. Ну, не знаю, что потом со мной сделал Петр, ну да ладно. В общем, да, ребят, мы с вами полностью правильно прошли Hello Neighbor 2 Alpha 1, как это задумывалось автором игры. И да, с вами был я, Путрия 2. Я даже не знаю, что мне там дальше снимать по Hello Neighbor 2. Скорее всего, я уже ничего не буду снимать по ней, потому что, ну, я все снял уже, то есть просто прохождение заснял, полное исследование локации заснял. Потом вот сейчас вот мы с вами это прошли полностью правильно. И все, а что еще? Типа... Нет, конечно, у меня есть идея, типа, сделать видос, где, типа, я троллю этого ворона. Ну, не знаю, мне кажется, это никому из вас не зайдет. Типа, ну, Влад. Да и тем более, мы его достаточно и так просто в прохождении затроллили. Так что, ну, не знаю. Скорее всего, я уже не буду ничего по ней снимать. И да, с вами был я, Apple32. Так, подожди. О, прекрасно. В общем, да, ребят, с вами был я, Apple32. И всем пока!